витальная сила, витальное ощущение. Что это означает? Это означает, что если человек не осознает свои мысли, не осознает толком свои чувства, то он будет осознавать свою боль. И боль будет ему рассказывать о том, что он чувствует и думает. Если она опишет свою боль, вот, например, она скажет, как недавно мне одна женщина описывала, у меня боль, как будто меня избили, как будто меня побили вот пинками вниз живота. Да? И когда я с ней начала рассказывать, то на самом деле у нее чувство от мужа, как будто он ее бьет каждый раз. Каждый раз любая боль – это эквивалент эмоциональной боли. Поэтому нужно задуматься об этом. Раз это внизу живота, это свидетельствует о женских обидах.